Оцениваешь меня? Я постараюсь. Наоборот, Игорь, ну ты же всегда там, когда играешь в КС, у тебя там много, ты ходишь, шкеришься, там убиваешь такой. Но мы все равно въебываем. Не, Dust 2, кстати, я уже в последнее время вообще не проигрываю. Посмотрим, что сейчас будет. Я в КС не играл год, я говорю, сейчас буду фидить как шваль. Да какой год ты не играл в КС? Обычный год. Я сейчас вообще не раздупляю. Че, к чему? Карту забыл или что? Как стрелять забыл. Вы что, по мне-то валите? Шмаляем. Я ни разу не паду в этой игре, я вам говорю. Ах ты ж, тварь. Какой я сейчас буду покупать 3-4 и тогда убивать могу. Так, мне надо сесть поудобнее и убрать всякие ненужные вещи, чтобы играть в эту игру волшебную. А мне надо чуть-чуть скайп убавить, или я ничего не услышу. Это Вова, это боль. Как-то так. Ай. Опа. Я уже на первом месте, парни, чё-то. Ну да. А мы должны разминку въебать, чтобы победить дальше. Я въебываю ее. Красавец, я тоже. Все въебывают? Или есть неадекваты? Да вы чё, гоните, что ли? Я рисом поливаю их. Хорош. Отлично. Закончился. Красавец, Андрюха. А это Ваня против нас, походу, да? Какой Ваня? Ну, Йоланик. Аватарку сменил, типа, без палева. Ну, да, да. Ник забыл. Я на Б. Я тоже на Б. Понял. Я на длину. А я просто потусуюсь где-нибудь. А ты, Андрюх, можешь на Зигу сесть и ждать подсадки. У меня вольный раунд. Там авик видим. Хорошо. Они вышли. Где? Дел? Да. Все? Ну там двое точно. О, Зиги, бежал парень, мне въебало дал. Я красный, пиздец, прям. Что бывает? Они прошли А уже. Один на длине. Ой-ой-ой, Игорёчек. Вас пленте. Я красный, пиздец, говно. Хорошо, Игорь! Это было слишком просто. Я на Б опять. Это мне из Нави звонят, походу. Да. Я перезвоню тебе попозже. Или нет. Один рядовый. Это походу Б будет. У одного 30 хп. Так, наверное, тэшки нижний был. Да, нижняя тэшка. Андрюх, свистни. Миди, так, наверное. Миди хупа нужна. Мид вышли? Алло, инфу какую-то дайте. Миди двое там, миди, еще миди, есть. Миди. Ну помогите. Митвинс. Спасибо. Зигу вроде. Зигу двое. Один на 30 кп, Андрюк. Как же я шмаляю. Ты зажимай, у тебя 64 патрона. Во. Вот так вот? Угу. Только ты зря остановился. Там еще один был. Бомба на Зиге упала. Что ж ты думал, тварь? Хорошее оружие. Ты без зоны, что ли, взял? Да. Я сначала, Игорь, думал UMP-шку взять, но знаешь, почему не взял ее? Чем? Там патронов мало. Понял. Андрюх, ну вообще 3-4, хороший ствол. Ты типа бежишь, нажимаешь левую кнопку мыши и всё. Подсадку дайте. It's very important. А у них был? Была воля? Да. У кого-то. Хорош. Конечно, хорош. Ебать, там много ребят. Где? Он улегся? Судя по всему, да. У меня мало житяки осталось.
Андрю, голос лапнемся, я тебе ВП, ты мне бизон. Пока у тебя мало ХП. А у тебя ВП есть? Да. А ты где? Я в респе. Я давай, скидывай. Стрипа забыли. Ну давай, я спину. Спасибо большое. Блять, как это было просто. Чтоб ты на сдох. На длине один. Чтоб ты сдох. Бадлина. Бит один. Отдай оружие. Давай, пиздец. Нахуй я бегал. Я очень хорошо заработал. По-моему, сейчас это количество говна в наших руках зашкаливает. У меня фумас, мне нормально. Знаю, у меня очень говяная ВП. Не блочись меня, пожалуйста, на Б. Давай со мной слабнемся, дальше ВП. Чисто? Именно. Мне кажется, это Б, я пойду помогаю. Мне тоже кажется, это Б. Нет, на меди один был. Это Б будет, ребят. Один Т-шка верхняя. Нижняя Т-шка. Чекай Дзигу. Чё за... Два нижняя Т-шка. И хлопа нужна на миде. Что у меня за дерьмо происходит? Counter-Strike. Бомба миди в миде. В миде бомба. Есть Т-шки. Т-шки есть верхней. Помогите один Т-шке верхней. Да что ты так боишься его, блядь? Иди убей его! Иди. Хорошо. Еще один. Хорошо. Вот, звезда. Одна маленькая звезда, но, блядь, какой скилл. Полный пиздец происходил. Я типа меняю М-ку с пекалем местами, а у меня все равно М-ка в руках появляется постоянно. Как будто пинг скачет. Зря меняешь. Судя по всему, действительно зря. Да, блядь. Прикольный смог. Классно. Спасибо, Ван. Это был хороший толчок, у меня спина. Так эти не толпал, ниже стреляют, Ван. Подсади меня на Зиги, на этот, на ящик. Я Т-шку нижнюю посмотрю. Магма в ярости. На респе один минус. Хорош. Я за Т-ком пошел. У них ноль, походу. Ну да, ну такое. Ну тег там есть, ты чё, это такая вот находка. Это, Дейл раскидывает. Ёбаный стыд, никуда я не пойду нахуй. Мы сейчас спину обойдём уже. Минус длина. Ну ножи его. Скалей? Изи, тег для меня. Я тоже тег нашел себе. Очень хорошо. Очень хорошо, ребята. 5-0. 5-0. Вова боль. Очень хорошо. Экономика. Под ним лежит ФАМАС, и у него в руках, блядь. Хорошо. В жизни все. Прыжок. Ага. Один раз живем, правильно? Блядь. Не пошло. В миде два. Это специально такой тим, чтобы они не это. А давай я еще один. Давай. У вас на один игрок. Это весело или это грустно? Это печально. Это печально, да? Ну ладно. Ой-ой-ой. А есть, может, какая-то информация? Ну ладно, да, пугай. На парапете вроде нет. Один на нуле смотрит эту самую. Ты ж хорош. Вышел, шорт, красный. Зиг. Блядь. Один на Зиги красный смотрит. Выходит в длину, будет смотреть. Он красный, Андрей, убей его наши, на бой. Тихо. Андрюх, там Зиг пройдет сейчас. Уже прошли Зиг. Он кто-то глотает. Свой Д. На подъеме один. На А трое. Да это мои сучки. Андрюх, это раунд. Сейчас АВП убивай его, и ты выиграл. Красавец. Вот этому один патрон надо было. Микеланджело? Да. Пошел, а сколько нахуй ты ему снял? Ноль. Не. Вова. Я ему 85 снял. Это Вова, это боль. Что-то не хочу мид больше тут идти. Давай я постою. Прыжок. Дважды.
Да ну вышли, да? Два длина вроде эти. Они вдымили. Но они проходят. Один прошел. Нет, не прошел. Один сейчас из тэшки, наверное, пойдет осторожно. Игорь, в дыму вот здесь, в дыму слева. Вот здесь, да, в дыму. Вот он. Ты что, твое? Отличненько. Сколько от Игоря там не приехало? О, 97 от Игоря. Неплохо, неплохо. Хорошо стреляешь, Игорек. Так мне сказали в дыму, блядь. Я начал стрелять. Кто это, блядь, советовал? Друг, который на глобулы идет, да? На глобулы, да, друг идет. На глобулы идет. Дайте что-нибудь. Нет? Я Дейл пошел. Ап. Дайте апзику. А, нет. Спасибо. Весело. Ой, я знал, что на апкутер может, что кого-нибудь да убьют. А, там с ТБ, по-моему, выходит, если что. Точно? Да, есть тут. Блин, подножка чешется сейчас, конечно. Все. Ну это мид и Б, вышли они. Меня с двух сторон просто бежали. Топает, топает, тут тот рядом, слышал? Нуля, лука. На нуля? Выходи, выходи. Он либо слева, либо справа, одно из двух. Логично. Справа в тэшке нижней. Вижу. О, меня сзади трахнули. Он тебя разменял. Бывает. С КТ будет респайдинг. Ничего страшного. В ногу дал им. Сейчас все попаду. У меня еще два патрона. Давай. Тебя сзади обходит уже. Ой. Я слышу. Ой! Так, ну что, Дигл Мастерс, давайте мувик снимаем. Снимаем? Бьешь АВП на миде? На ходу. Да. Может, мы ДЛ взорвем? Или они палец стрим? Палец стрим. Я тоже так думаю. Гос с диглов этот, авик убьем на миде. Давай. Можно попробовать. Билет. Пенис, минус ты чего? Вот. Не, ребят, у меня 19 хп, я пойду. Так вы добейте. Там, кстати, здесь будет играть. Прошел один зиг. Да. Очень близко. Слева. Ё-моё. Надо бегать-то. Да ты что, тварь, блядь? Он даже не в меня стрелял, ёбаный ублюдок. Все, последний на нуле на грибах. Ой, тьфу ты, на пальме. На яйцах там, на меде. А бомба тут. Бомба на базе у них. Ну все тогда. Бери дроп, бери дроп, бери дроп. Бери оружие и сбери налево. Я пойду через на нуле у себя, на яйцах. Обходи, да, Игорь. А он где? У себя, да? Я не понял, где он. Я попал в него, попал, он красный. Он бомбу, скорее всего, забрал. Да, может, на Б побежал. 30 хп. В яйца стреляй, Игорь. Игорь, если он Б побежал? Бля, он Б побежал. Пиздец. Блядь, Игорь. Знаете, топает! Нет. А, все, давайте тихо, не будем мешать Игоря. Ставит. Прямо сейчас. В вот яйца, правильно, как и сказал я. Игорь, забери мне АВП, пожалуйста. Игорь, это наш Игорь, он тащит нам раунды, Игорь. Убил 60%. Кому? В аванте? Не, я вот тут. Я сам все куплю, ничего не надо. Классно. Я Дейл пойду. Со мной пойдет, а ты не выпускать? Я пойду. Да, давай не выпускать их. Я на Б. Втроем. А посади на парапет кто-нибудь, быстро. Я посажу тебя, потом с Игорем будем не выпускать их. Андрюх, так не делается. Не, я тебе помогу, Игорь, не парься. Там я два... застрял. Два ВП. Ничего, по-моему. Все нормально. Давай, удачи. Ты не выпускаешь их, Игорь, или что там? Да-да, они вышли, никто не вышел. Давайте втроем не выпускать их. И гранату что-то. Есть, на налево все. Хорош. Я тебе белый. Они походу хотят выйти, раз флешки бросают такие.
Мид, наверное, надо посмотреть. Один вышел. Минус. Я посмотрю мид. Хорошо, там еще один с АВП был вроде. Я дым еще продлю. АВП рядовый, просто фам рядовый. Не выйдут. Я отойду тогда, они должны уйти из длины. Давай. У нас один на базе. А это Андрюх. Это я, ребят. Там в миде АВП. На Б пусто вообще, никого не было. Надо вернуться, чекать. Чекать. О, хотя подсадить можешь на ящик? Давай. На миде много. Я Т-шку смотрю. Двое мид смотрят. АВП на нуле. Зигу чекает. Минус АВП еще есть. Блять. Где Зиг? Он да прыгает. Ты что, уёбок делаешь? Минус 51, блять, за ящиком этим ебучим на миде был. Ёбаный рот! Я стрелок, 228. Просто, блядь, не убил чувака. А, ладно. Он на Дели был. Но он ушел назад к себе. А их двое осталось. Ой, блядь. Один на нуле был, 50 хп. Два длина. 8 пока. Где было? Блядь, я репорчу этого ёбка, который сейчас... Ты хоть что-то дал. Ты пробегай, не стесняйся. Они оба в фунте. Окей. Ты можешь шифтить, я не знаю где ты. Целку кидай. Один слева будет. Юзай талик и диффуз. Начни диффузить. И не ходи, и на шифте ходи. Это не шифт. Ты зря топнул. Блядь. Он прыгает. Слева. Короче, бей просто его нахуй. Иди пусть. И можешь умирать. Самое лучшее не было от Андрея. Бей в нахуй его просто. Не, он, по-моему, успел, не? Не, похоже. Секундочки. Буквально секундочка. Как она решает? Вот раньше бы Андрей сказал, что надо убить его нахуй просто и все. Да, убили бы нахуй его и все. И все. Не пускаем Дейл. Точно? Да. Вот это качественный смог. Ой-ой-ой. Спаван. Отлично. В тэшке. Я хаедал бам. Еще один там есть. Флешка Зигу дает. На нуле есть. Зига есть. Топает Зига. Зига человек с ником Ан. Ну, судя по всему, их там идут два. Идут Зигу. Нужна хлопа. Я сзади захожу. Два Зига, да, минимум. Подхожу бы на Зигу. Проходит. Минус один. Еще Зига есть. Там человек. Все, лад Зига, лад Зига, котный рыбовый. Я же на стуле подпрыгнул. Че он тут делал? Ёбаный долбоёб. Блять, парни, вот это операция контртеррористическая. Я на Б. Я с тобой. Че, показать, как Савика шмалять надо? На виде? Да. Покажи. Флешку дадите? Да. Я на Дейл. Спасибо. О, смачок ебанул. Нахуй настроен на Б. Я один в миде. Вы что, ёбнулись? А у нас вообще никто не смотрит? Я Дейл смотрю. Поиграйте в яркий сервивал Навет. Это игра про выживание. Не знаю, я кто-то убил. Где можно кидаться фекалями. Сука. На шарте есть. Красный. На Б был там кто-то, нет? Да нет. Блять, ушел. Дейл сдох или кто у нас сдох? Центр будет спускаться. Ну а я это зашел просто. Зиги. Блять.
Бамбу уронили в зиге. Баба один прыгнул. Мид сейчас будет выходить. Хорошо. Плохо. 40 кп в одного. Где враг? На зигу идет. Один на нашей респе вроде. Андрюха ДБ. Не понимаю. Лови, лови. Вот, вот так хорош. Вот. Реакция. Реакция. Отлично. Он слева был. Андрюх, все правильно ты сделал. Все правильно. Бля, почему когда я беру авик, я никогда не могу с ним сыграть, блядь? Хотя стоп, я же фраг сделал вот в этом раунде. Ну это все из-за флеш. Но это не считается, это из-за смока, блядь. Я на Б. Давайте мы не пойдем вчетвером на Б. А сейчас на миде убью АВП, подберите мое. Давай. Это мое. Смотри, как надо флешку давать, друг. Учу. Давай. Прыжок. Красавцы. Подобрали? Хорошо. Подели флешка. Могут пойти. Скафомаз. Подели один. Минус. С ногой, Авик. Попал, да? Да. А ты прыгни, Андрюха, отвлеки его. Я понял. Нет, нет там... вроде. А, прыгает, прыгает, прыгает. Их там два на дне. За воротами стоял. Там двое. Еще один справа. Двое осталось. На шорте будет два один. Двое на дейли. Двое на дейли. Короче, этих уродов, этого урода нужно забанить, блядь. Что он делает, блядь? Че, в голову стреляешь, что ли? Я понял, короче. Один минус... Короче, у одного 15 хп. В дыму стоит. Вот в этом. А нет, слева, скорее всего, под лестницей. В респе один наш. Игорь, у Авика 13 хп. Не 13, знаешь, сколько я тебе точно скажу, Игорь? 16. А вы хочешь, я выйду, бро, у меня 20 хп. Давай, 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 сдохни. Так ты убиваешь, тебе на троих хватает. По шляпке дал ему. Все, он сдохнет. Убегай, в спине уже. Тэш, конечно. Здрасте. Подумал, с мида будет на тэшке. Что-то забыл. Сдох. Представляешь? Да. Я ему дал качан. Может, ико? Какой, да. Ико? Ты чего? Если ласт раунд почти. Привет, ласт раунд. Тут надо закупаться по полной. Нельзя экономить. Битый что написал? Да. Или дебил у нас в команде? Че ты меня царапаешь? Да что ты меня блочишь? Я, ты видишь, что пишу в чате? Угу. Так вот, чат пишет вместо того, чтобы играть. Не ясно, откуда у них 6 раундов. И флешечка пошла. Выходим! Да! Бля. Офигенно. Можете выйти, не стоять? Тэшки нижний, о, верхний один. Два в тэшке верхний. С бомбой вышли. Один ставит, у одной 50 на хп. Да, на Б ставит. Тэшки максимум один, два на Б было. Не, один, один на миде, два на Б. Стоял. Делай сейф, наверное, ласт раунд. Да, делай сейф, блять, надо было тоже сейвить, на самом деле, сыграли бы следующий. Игорь, похуй. Заговор. Хорошо. Минус 93. Все нормально. Ой, блядь, Игорь, блядь, ой, блядь. Минус 93. Последний раунд, первая половина. Это скаутка. Это Фамос. Я на рекламу пошел. Это Вова. Короче, вдвоем Б стоите, ребят. Ой, вдвоем этот зигу, вдвоем зигу. Я ДЛ не пускаю. Окей, я зигу. Эх, хорошо. Длину вышли. Андрюх, тут прыгай, да, надо и попадать. Одного попал. Много он. А ВП рядовая, в яме. Минус АВП. Я за карту упал, ребят. Длина. Три длина. Сзади, сзади! Блядь. Тащи. Я просто умер.
Блять, как насчет того, чтобы этот уебок получил вакбан? Какой? Понял. XIMB. XIMB. Это пиздец, блять. Что он делает, нахуй? Ёбаный урод. Забусти себе супримов, блин, потом играешь против них. Читеров. Нет денег, Игорь, прости. Набор дебила у меня. Понял. Армор, что ли? Выходим, не стопьте. Да, только, блядь, не стойте, не это самое. Куда, блядь, один уже. Не бейте мозг. Выходим, выходим. Хорошо. Бля, я не знаю, но это ёбаный пиздобол просто. В очке помогите, алё. Не выпал ни разу. Ооо. Ну ладно. Это звук. Сколько? Ёбаный пиздобол? 30 ставить. Понять не могу. Стивен Дигл. Воля. Могу, чё я буду. Куда, туда же? Да не. Еще раз. Ну а слэхи-то есть хоть? Ну мы уже тормозим с нуля. Медленно идем. Пойдем на шорт. Давайте помедленнее, просто там дым. У меня в ушах что-то. Сера. Потише сделать, тридцатка слишком громко. Блять. Алло, парни, че идем? Помогите. Выйди, выйди, выйди. Хорош. Вышел, вышел из дверей, на слева будет. Хорошо. Вон АБ! Через Тёмку, вот через Тёшку. Длины, длинная башка. Один патрончик есть. На миди, с бизоном. Два в два остались. Сколько ласт миди, миди у тебя. Ласт? Побежали. Какой ласт, их двое? Можешь выйти? Могу. А дай бизон другу. Да не, не надо, не надо. Пусть сам играет. Снизу. Проходите снизу. Это я не ставлю. Важно. Ставь. О, скаутка. Это трупик, да? Дел? Не знаю. Ну просто ебошит. У него 100 патронов, может позволить. Дел. Надо. Рыдовый. Ваншот ему дай. Дал. 10, кстати, попал ему. Хорошо. 10 попал, ну вот. Ты бы, блядь, в стенку не стрелял. У тебя, я говорю, что в линейке, блядь, что здесь, нахуй? Я... Стеночки там, двери побить, блядь. Я это, уползал, короче, за ящик, но он не увидел. Уползал за ящик, Игорь. Ну, вот в таких ситуациях ты уже не можешь сменить позицию, надо ебошиться с ним. С 7 хипами. Да, со скольки угодно, просто в ебало стреляет и выиграешь раунд. Конечно. Все, хватит терпеть, я беру скаутку. Абсолютно согласен. Извините, но в миде будет лежать дым. Блять, да ну ладно. Проблем. Я и в дым могу. Давай. Пули-то проходят, да, сквозь дым, по-моему? Да. Ну все. Один на Б. Я попал, естественно. Два на Б. Я тоже попал. Все. Один рядовый в итоге. Все, пойдем в длину со скаутами. Не? Ты дай скаутку, выйдешь в длину. Дай мне, давай по очереди стрелять, Андрей. Дай мне сначала. Давай. У вас тот выходит длину или да? Не, мы стоим. Там двое. Один там на нуле. Было. На меди, в смысле. Хочешь, Андрей, давай, дай-ка иди. Выйду с ней, дай-ка. Давай. Давай, давай, иди. Выходить со скауткой это правильно. Андрей, заходим. Неплохо. Уходите, Дэрл? Можете да. Выйти дело развлекать их? А выходим. Так. Я закину сейчас. Дым кинул. За ящичком. Плэнти, плэнти один, да. И в респе. В просвете есть. Минус он. Ой, блядь. Че, никто в спину не пошел в итоге? Два плэнти. Еще один на подъем. Нет. Плэнти. Плэнти, идите, идите. Игорь стреляется. 20 хп у него. Ну их двое. Слева. Трэпом зиг. Слева в пленте. Давай отойдем, просто уйдем.
Бомба на А. 30 секунд, куда вы идете, блядь? Не, давай обратно тогда. Мы их обманули. Дезертир. Они думают, что мы добивы. Где? Планетей в зиге. Один план. Одного 30 секунд, было 30 секунд. Надо молодости нашей. Ой, блядь. Там какие-то флешки появляются под конец раундов. Да вообще. Так, друг, чё, по очереди стреляем? Не. Я понял. Ты типа, по очереди? Да. Застреляйся. Всё. Да что вы, блядь, боитесь нахуй? Вы ж... Вышел, убил! Доминируй! Идем, 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 идем! Нет, не, идем, подожди. Оп! Отошел в левую часть. Оп! Плунте. Минус. Зажимай, план. Беги, зажимай, Андрю. Бомба желтая. В просвете один, 30 кп. Андрюх, я наблюдаю за этим. Нормально, нормально. Ставь! Бомб за... Плент за бомб! Я под тебя. Заебись у вас позиция. Один есть. Хорош! Хорошо, хорошо. Спасибо, ребят. Пользовал 4 вида огнестрельного оружия. Какого больше всего понравилось, Андрей? Дегустация. Да, ребят. Слабо выбежать на характере? Давай! Флехи готовы? Готовы! Да, да, давай, давай. На балтовую, Игорь! Погнали, блядь! Развернулись и ай пошли! Ай да буба, ай да красава! Ворот, один пунте! Там в пол! Оп, беги! Сдымлю дерево! Ставьте! У них сейчас один коллаж будет на меня. Блядь. Не запрыгивается что-то, оп! Это Вова, это боль! О, ебаные. А кто ты говорил, там калаш, да, будет? Звезду получил. Вкусненько. Космостарс. Я как кинул, смешно. А флешку также смешно. Я пошел. Мидл зашел. Подсейвил. Че мидл щепки? У них акараунд вроде. Вован, что-то я хуй знает, это ебоша прям пиздец. Бомбы ставлю. Cover me. Аффирматив. Дина один. Зига один. Подъем один. Ну чё так рано? Вы ебались нахуй? Поздно так. А где ты ходишь? А Игорь играет один. А он думает, слышишь, что ты это... близко. Только начал диффузить. Не спеши, у него нет дифусов, наверное. Да? Семь. Тебе надо было прыгнуть, наверное, посмотрите. Игорь, Игорь. А мне еще свой тиммейт пизданул. Он просто захотел так. Просто захотел. Не, ну что значит, я захотел. Мне штраф за это 300 баксов дали. Блять. Сори. Штрафанули тебя. Оштрафован. Выебанный, оштрафован. Ну, хочешь, я ВП тебе дам по лимоне? Как хочешь. У меня есть ОП. Кто со мной? Бомба, ты готова? Да, гоу. Флеха есть в руке? Есть. Кидай. Разобрали его? Отполчен. Блину взорвали трое. На бэп, бегите, бомба ставится уже. Вов. Вы не поняли, что ли, Вован? Не, я все понял. Давай, Вован.
Вован, как тигр. Сачка один. Вован, не гранатами, руками. Хорошо. Еще один. У дерева один. Выше, вышел с гранатой на соперника. Еще слева. Блядь. Он еще дрочит нас. Че у Игоря смайлик стоит, когда я тап открываю? Какой смайлик? Закомментили. Накручивайте комментарии. Все, я с калашом дулата, ребят, поехали. Я с АВП без ничего. Поняли? Аффирматив. Слэпку в руку взял. Скилл показал. Без страха и упрека. Да. На Б1 был. Ебош. Отворачивайся. Выбегай спиной просто, не хочу, блядь. Один в пленте. Минус. Да ты как не сдох? Поможете? Бомба ставится, ребят. Великолепно. Великолепная игра. О, давай к нам, уже стекаюсь. Один через мид пойдет. К вам, в смысле. Дерево или очко? Что за муха летает? Сташки нижний на мид выше. Урод. Нам пизда. Нет, 2 в 2. Все хорошо. Очко! А, Дрюк, ты стрелок. 2-2-8, как я. Хорошо. Последние стэшки. Красавец. Хорошо, хорошо. Продолжай. Хорошо, блядь. Ложный, блядь. Граната ложная купил, пойду наебывать. Я ДЛ пойду стрелять. Купи ложную, пойдем наебем. Ложную. Давай наебем. Я наебал. Вован, только выходи сразу. Угу. Флешка, Вован. Раз. Это был мой. Два. Ребят, зарезал. Сзади с ямы, ёбаный в рот. Он кого-то зарезал с ножа и потом убил нас, правильно? Чем как один. Игорь, отойди, отойди от дверей. Понял. Под дверями стоит вот здесь. Флешбэк. Он ушел куда-то. В сторону Б уходил. А где бомба у нас? На длине упала. Ее пасут? На подъеме есть один. Один на Б, один на длине. Все, инфа есть, играем. Ями, может быть. Они бомбу видели? Инфа есть, да, играем. Они ее выбили. Пунти один. Ёб твою дивизию. Чувак. Это он. Длина один. Это он. Минус 60. Ну все по хэдшотам, бывает. А кого ножом зарезали? Не вдруг, наверное. Квое. Нет, меня не резали. Стыдно должно быть. Меня не резали, я слишком силен. Окей. Ну, денег нет. Короче, все. Я куплю арморы, кого-нибудь оружие с пищей. Андрей, ты куда так быстро ускорился? Я такой. Я вот прям чувствую, как меня подпирают во все щели. Я встал на тебя просто. Где топает Андрюх? Это мы. Сзади. Хуй засадил. Очень остроумно. Тэшки нижние, что ли? Нет, тэшки нижние. Че, серьезно, дебил? Почему? Без головы наш шарфе, убейте его, без головы там. Без головы. Без головы там, без головы тут. Решающий раунд, парни. Решающий.
Мне кажется, мои прогнозы сбываются. Да. По поводу двух калашей, что ли? Нет, по поводу того, что ты будешь не на первом месте. Суприм, а, это да. Блядь. Ну что поделать, первая игра. А у Игоря, блядь, шестая уже, нахуй. Ну, он год не играл, новичкам везет. Мы там не успеем уже. Я кинул флешку, типа мы выходим. На меде был враг. Ну помоги и выйди, Валансиен! Так вот, грубиян. Ногу прострелил. Ну стоите, просто снимайте, как я. Бахаюсь. Ты бахаешься. Там кто-то бегает с мобилкой, смотрит. Дайте я попробую. Давай. Походи давай в голову. Если что. Ага. Красавец. Я могу там скаут? Вам спину. На гусе был. На следующий пошел. Молодцы. Очень, очень ничего не вижу. Молодец. Большой молодец. Большой молодец. Миди. На еще. Да бьем ладно. Чем-то, походу. Нет, ты чего? Тащишь? Нет. Мне интересно посмотреть, какие у них ранги. Суприм. Всех, что ли? Идите нахуй, я больше не буду открывать сундуки, нахуй вы мне их даете.